Остер – хорошо спрятанная котлета. Щенок принес на чердак котлету, положил ее в уголок и сказал котенку: «Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не взял мою котлету. Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем ее». «Хорошо», – сказал котенок, и щенок убежал. Щенок играл во дворе и вдруг увидел, что из подъезда выходит котенок Гав. «Гав», – заволновался щенок, – «что же ты оставил мою котлету без присмотра?» «Я ее спрятал», — ответил Гав. «А вдруг ее кто-нибудь найдет?» «Не волнуйся», — уверенно сказал Гав. «Я ее очень хорошо спрятал, и я ее съел».